как я вам показывал, выше центрального вокзала по прямой, это я уже пришел к рынку. Ну, кто как, кто хочет в кафешках покушать там, там, конечно, подороже. Хочу вам показать, вот он рынок, получается, пришел я с оттуда, да, вот по прямой вы никак не пройдете мимо. Вон слева там собор, вот он, ихний рынок. О, прям угадал, рынок вокзальный, вот вверху. Прям в него упираетесь, если по прямой идти. Здесь можно очень дешево перекусить и очень вкусно. В связи с тем, что вы едете на заработки, а не отдыхать, значит, должна быть что? Экономия. Идем вот на базар, вот колбаска. Идем вот в центральный, так же самый вход заходим, центральный, сюда. И сразу же метров через где-то 10 поворачиваете направо. Направо поворачиваете. Здесь вот кафешка сразу маленькая. Здесь очень вкусно можно перекусить и недорого. Там, цены. Я так уже чуть-чуть снял, пока не видел продавец. Но получается пол-литровый стакан, как вот квас, да? Пол-литровый. Я заплатил 10 гривен за зеленый борщ со сметаной. 10 гривен. Пол-литра. Это реально можно накушаться. Хлеб по 50 копеек. Но остальное там, ну, честно, не очень дорого. Ну, вот, дальше можете там что-то, что-то вам надо еще, там, не знаю. Дальше, кстати, колбасы очень много. Сейчас нажму на паузу. Может, мне что-то батарея садится. Сейчас покажу. Вот я зашел внутрь. Если в дорогу там что-то купить. Тут колбасы очень большой выбор. Колбаса, сыр. Есть фрута. Дайте, пожалуйста, грамм 200 масла шоколадного. Тут он. В общем, выбора очень много. Вот, палочка 60. В общем, в дорогу заходите и скупляйте что угодно. Колбаски, сало. В общем, есть все, что взять. Есть все, что нужно взять себе в дорогу. Даже есть тортики вкусные. Ну, в общем, можно в дорогу скупиться нормально.